Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Маленькое сообщение у меня. Мы через неделю, 8 числа апреля, встречаемся с иммиграционным адвокатом Светланой Каф. У нее в офисе в Сан-Франциско. И есть возможность задать вопросы, которые у вас, возможно, накопились. Поэтому, если вопросы такие есть, и вы хотите, чтобы я их задал, значит, вы тогда прямо вот в комментариях к этому видео их и пишите. А я потом просуммирую и задам. Спасибо. Счастливо.